Одному из торговцев суррогатным виски, находящемуся под следствием, отменили домашний арест. Такое решение принял краевой суд. Ранее трое обвиняемых были переведены из СИЗО. Однако следственные органы оспорили смягчение меры содержания. Всего обвиняемыми по делу о продаже смертельно опасного алкоголя проходит 6 человек. Все они были арестованы в ноябре прошлого года. Еще один, 7-й подозреваемый, был задержан в Подмосковье.